Всем огромный привет, ребята! С вами я, Лена, и вы попали на мой канал. Сегодня я снимаю новое видео о размусоривании комнаты. Сегодня, я думаю, мы будем с вами заниматься разнообразным мелким размусориванием, поэтому давайте же приступим. В общем, есть у меня все вот это вот. Ну, это еще, конечно, не все, типа, ну вот. И мне нужно будет что-то с этим делать, потому что вот на месте вот этого будет стоять стеллаж. Кстати, у меня там, по-моему, еще в коридоре, да, вон мои вещи тоже лежат некоторые. Поэтому мне нужно будет придумывать, как, да, что я буду хранить, и что я буду хранить на стеллаже, а что я буду хранить в тумбочке, которая находится около моего стола. Ну, точнее, престольная тумбочка, или как это назвать? Ну, в общем, вот эта вот тумбочка, которая соединяется со столом. Вообще, по моим задумкам, мне хотелось, чтобы когда открываешь этот шкафчик, чтобы тут все было по маленьким коробочкам, ну, чтобы вот каждый шкафчик открываешь, чтобы было по маленьким, миленьким, красивеньким коробочкам. В итоге, когда мы съездили в магазин, мы не нашли там ни одной, никаких, в общем, коробок, которые бы стоили, во-первых, нормально, а во-вторых, чтобы они как бы... Ну, в общем, в основном была проблема в стоимости, в том, что вам... Не хотела покупать картонный короб, потому что типа говорит, вот из подобия возьми, да и оформим, что тебе, да. А мне нужны были такие маленькие по цеху канцелярию, поэтому если вы знаете, где можно их приобрести, то напишите, пожалуйста, в комментариях, в ВКонтакте, там, в Инстаграм, в Директ, короче, пофиг. Я даже не знаю, чем мы сегодня с вами будем заниматься. А, кстати, хочу вам сказать, что в моем магазине новый завод товаров... Это вот все и не только, потому что тут столько всего лежит. Вы сможете найти именно там. Ссылка, да, внизу в описании. И если у вас вообще, в принципе, есть какие-то идеи насчет хранения там вот наклеек, стикеров, в каких-то красивых коробках, или как-то... Ну, короче, если у вас есть какие-то идеи насчет хранения канцелярии, всяких разных ручек, карандашей, чего там еще... Всяких фломастеров, я вот не знаю, что я буду с ними делать, потому что мне они как бы и не нужны, и выбросить я их не могу, скорее всего, Кириллу отдам. Ну, в общем, если у вас идеи, то обязательно пишите. Ну, а я буду что-то сейчас размусоривать, потому что я сама еще не знаю, что. Вот, честно, я не знаю, с чего было бы логичнее начать, с того, что у меня пока что лежит, но, скорее всего, будет лежать в престольной тумбочке, потому что, как бы, хранить распечатки и вырезки немножечко нелогично где-то далеко, потому что... Не знаю, я обычно все творческое храню под рукой. В общем, у меня есть вот такие вот две папочки. В одной лежат вырезки, другой распечатки. И вы не представляете, сколько они тут лет уже лежат, сколько лет скопятся и сколько лет ничего не меняется в них. Думаю, можем начать с вырезок. В общем, это вот такие вот две папочки. Они белые, прозрачные. Вот, честно, даже не знаю, что в них потом можно хранить. Можете, кстати, тоже написать, что в них можно хранить. Если я не придумаю, вот, не знаю, что... Чтобы как бы и удобно было их доставать там все, да? Что можно такое тут хранить? Не знаю, кто что хранит в таких вот папочках? Напишите в комментариях, потому что для меня это очень важно. Короче, тут куча разных вырезок, половину из которых я знаю, что я сегодня выброшу. Вот вырезка ненужная, вот. Ну, да, это вообще настолько старые вырезки, что я их вырезала где-то в классе 4-м, я сейчас в 8-й перехожу. Ну, тут уже выброшу, потому что она какая-то... Ну, хотя... Да, она вот, видите, она не допечаталась. Да, все отлично. Прекрасно просто. Какие-то вот штуки непонятные. Что это? Боже. Духи. Ну, в общем, видите, сегодня у нас хорошенькое такое размусоривание. Блин, прикольно, гирлянда продавалась. Вот, кстати, очень красивая распечатка. Прям я ее... Ой, вырезка. Я не пользуюсь вырезками, но я ее ставлю, потому что, боже, это просто бесценно. Мне кажется, у меня тут вообще ничего не останется. Единственное, что я ставлю, это план парков в Диснейленд Париж. Боже, такая это, как вам забыл говориться.
Боже, забыла слово. Ну, в принципе, жиза. Вот это вот я не выброшу никогда ни за что. 2014 год. Так. Еще какая-то фигня. А, я вспомнила это слово ностальгия. Все, вспомнила. Кстати, вот это тоже такая, типа, прикольная, но ну, не знаю, куда я буду использовать. Ну, вот, не знаю. Ну, хотя оставлю. Она такая красивая, в принципе, тоже. Так, космос. Оставлю. Так, кстати, вырезка из скраб-бумаги. Блин, ладно, оставлю. Тоже какой-то этот флаер. С автобуса The Best Tour in Rhodes. Я тоже оставлю, потому что это путешествие из путешествий. Тут какой-то вот этот, типа, гороскоп. Я надеюсь, вам интересно смотреть, просто, не знаю. Мне кажется, что не особо. Ничего интересного, в принципе, не происходит. Ой, ё-моё, ну кошмар, у меня ещё что-то падает. Так, тут тоже всё на выброс. Ой, это, кстати, тоже это вырезка из... Тоже какого-то, типа, вот такого вот флаера. Поэтому я оставлю. Да, я думала, что я реально все выброшу. Но нет, тут всё-таки есть то, что... Вот это вот, я помню, я такую тоже одну часть вот этой штучки я использовала в каком-то ЛД своём старом. Мармеладки Харибо. У нас, кстати, да, вроде бы таких все еще нету в продаже. По крайней мере, я вроде бы не видела. Так, ой, ё-моё, еще тоже с путешествия. Но единственное, что она вся измятая, что я ее не смогу использовать, к сожалению. Великолепная четверка. Что? Кстати, еще вижу какой-то флаер. Так. О, божечки, какая красота. Ё-моё, я думала, у меня тут одна фигня лежит. А, тут, короче, всякие разные кристаллы. Гумбус. Хм. Не знаю, что-то вот это вот как-то страшно выглядит. Но я думаю, тоже оставлю, потому что тоже из путешествия. Всё, на выброс. Вот, кстати, раньше хотела такую себе штуку, но... У меня так ее и нет, и так я ее не хочу. Так, вот такую штуку я тоже оставлю, потому что вырезка из какого-то флаера. Тоже из путешествия, короче. Так, вот я вижу еще, но она тут есть уже бетаван, поэтому зачем? Тут я тоже вижу уже обрезанный какой-то флаер. Ну, в принципе, тут ничего такого нету особо, что меня зацепит. Да. О, ё-моё, вот это тоже вот текст из вот этой вот брошюрки какой-то. Вот такая вот брошюрка. Ну, она, не знаю, не особо интересная. Тут особо вырезать ничего нельзя. Потом я тоже выброшу. Ну, потому что как-то, не знаю, меня не заинтриговала эта брошюрка. Также, кстати, каталог, получается, да? Сеть сертифицированных магазинов Лего. Это, получается, да, каталог. Я выброшу, потому что... Раньше я хотела использовать его для вырезания, но сейчас я понимаю, что он обрезанный, Кириллу не пригодится, потому что он любит Лего, ну, в общем, потому что он весь обрезанный, ну, еще и он старый, поэтому он не нужно. В общем, вот это вот я все оставляю, вот это вот я все выбрасываю. Но единственное, я не знаю, как мне это хранить, наверное, в этой же папочке и буду хранить. Блин, вот было бы интересно посмотреть какие-то видосы, где организация всякая разная канцелярия, чтобы посмотреть, как другие люди хранят, а если вам не... В общем-то, я посмотрела видео, несколько видео о том, как кто-то там хранит свою канцелярию. В общем, ну, особо так для себя, можно сказать, чуть-чуть нашла что-то. Я узнала то, что в Фикспрессе продаются контейнеры, такие маленькие как раз, которые мне нужны и недорого. Поэтому как-то странно, что я ни разу, ну, вот в ближайшее время я не видела их. Вот, ходила на этой неделе, я как-то... не видела их. Ну, в общем, ладно, постараюсь, конечно, купить и найти. Тем временем я разбирала свои распечатки, в общем, все разобрала и нашла такую идейку, кстати,
хранить стикеры в какой-то тетрадке, там блокноте. У меня это блокнот Ютуба. Вот. Видите эту штуку? Я это закрепила, потому что я им уже 100 лет не пользуюсь. Вот. И сюда буду складывать разнообразные свои стикеры. В общем, да. Всякие листочки для записи пока что складываю сюда, потому что я не знаю, как их можно хранить. Эта страница у меня с стикерами по одной штуке. Давайте вот сюда буду уже клеить другие. Стандартные. Я почему убрала этот слой, потому что он, видите, грязный. Так, вот такие вот еще есть. Да, кто-то молодец, закрепил. Странно их. Поэтому, в общем, так, ну окей. Ладно. Пусть будет как-нибудь так вот. У меня, кстати, еще просто нету чистого блокнота, который подойдет под стикеры под мои. Вот, кстати, здесь такая удобная штука. Кто-то мне прислал такую, типа, органайзер со стикерами. Я бы куда-нибудь на скрепочке прикрепляла такие вещи, поэтому пока что беру к листочкам. Так, вот тут еще листочки. Один стикер по одному стикеру я приклеиваю сюда. Так, по несколько. Такие вот красивые. Я приклеиваю на следующую страничку. Еще вот такие вот. Они на самом деле так не особо клеятся, но ладно, окей. Вот типа органайзер для стикеров, который мне тоже кто-то присылал. Я не знаю, буду ли я кому-то так отсылать или нет. Ну, вообще пока что оставлю. Дальше кто-то мне еще присылал вот такой вот. Кстати, он тоже много всего использовал, поэтому это я все приклею, думаю. Так, вот сюда ножку. В общем, таким образом буду все разбирать. И если вы знаете каких-нибудь видеоблогеров, у которых очень круто что-то организовано, то, пожалуйста, скиньте мне не в комментариях, потому что, скорее всего, ваш комментарий попадет в спам, хотя не знаю. Лучше скиньте мне ссылку где-нибудь ВКонтакте или в Инстаграме. И я посмотрю и возьму, может быть, какие-то идеи у этого видеоблогера, которого вы мне не скинули, поэтому да. Еще раз всех благодарю. В общем-то, да. Тут вот штуку, я не знаю, оставлять, не оставлять, но, в принципе, знаете, для листочков, чтобы ничего не подсвечивало, будет как раз. Поэтому пока что куда-нибудь уберу. Так, дальше у меня есть вот такие вот стикеры. Тут я не знаю, сколько штук, чего вообще. Да. Вот, у меня еще какая-то вот такая вот, но не знаю. Так. У меня один стикер. Ноль стикеров. Один и два. Идеально просто. Так. И еще два вот таких вот зелененьких у меня. Я думаю, эту картонку выброшу. В принципе, использовать мне ее некуда. Вот видите, начали стикеры отклеиваться. Вот это вот я просто ненавижу. Так. Вижу еще вот такие стикеры. Реально, что за бред, кто мне это прислал? Как бы вообще пипец, я не думала, что кто-то до такого додумается. Это вообще как-то странно, но ладно, окей. А я продолжаю все расклеивать. Я думаю, вам это не особо интересно, поэтому все записывать не буду. Так, буду частями записывать, как я вот тут все это делаю. Организовываю. У меня все еще мысли насчет того,
как же мне все это организовать, как же мне все сделать правильно, чтобы мне все нравилось, потому что я реально не хочу вот так вот хранить, вот серьезно, но как бы другого варианта я особо не знаю. В общем, наверное, контейнеры это мое спасение, но мне бы их сначала найти, потому что я что-то не видела. Вот. Поэтому, да, это какой-то капец. Потому что я все думаю, думаю, что вообще, как я буду делать. Потому что мне столько просто всего того, что нужно ну, разобрать, не знаю, еще что-то, да. Вот. Так. А и мне к этому даже руки не хотят прикасаться, потому что всего слишком много. Так, наконец-то размусорю вот эти стикеры, потому что тут одна. Вот тут одна. Нет, не одна. Кстати, тут много их. Думаю, я их отклеиваю. Тут одна. Тут все отклеиваю, которые тут есть. Ну, в принципе, я могу этот картон выбросить. Ну, хотя он довольно-таки такой плотный. В общем, не знаю, куда мне его тратить, поэтому выброшу. Так, сейчас расклею это куда-нибудь все. Так. Мне кажется, это должно быть удобно хранить стикеры в блокноте. Ну, такие странички массивные получаются. Так. Тут уже на выброс надо вся уже. Так, это я оставляю листочки. Так, дальше у меня есть вот такие вот стикеры. Их тут довольно такие прилично. И сейчас я отклею вот эту вот пластинку и приклеиваю их куда-нибудь. Например, сюда. Это я выброшу, потому что мне некуда это использовать. Мне, по идее, вообще большинство некуда использовать. Ну вот. Оно у меня хранится и дожидает своего часа. Вообще даже не могу представить, как у меня все будет храниться. Потому что вообще нет никаких идей по этому поводу. Кстати, вот смотрите, вот стикеры, и они тут... Как вам показать? Там где тут? Как свет настроить? Вот. Ну... Не знаю, видно, нет? Вот, немножко видно, что тут так расчеркано сильно, что... Вот. Я, наверное, их оставлять не буду. Но зато вот эти оставлю. Так, с меня все начинает отпадывать. Ну, я не знаю, смысл приклеивать сюда стикеры. Это как-то немножко странно, да. Приклеивать. Возможно, я делаю что-то неправильно, потому что, как бы, одно на другое приклеиваю. Это нелогично. Тут я не буду оставлять. Так. Какой-то, кстати, очень красивый, я все равно оставлю. Ну, блин. Или, может, это вот те, которые не клеятся, класть вот к этим вот. Потому что это придумал, что с ними буду делать. Так, тут вот одна штучка. Я пользуюсь в основном стикерами и клею их на клей, но все-таки немножко грязная закладка, ну, в общем, не видно, что вот тут как бы эти видно от листа бумаги отпечаталось. Ну, типа, окей. Ну, блин. В общем, как-то так вот происходит у меня процесс размусоривания стикеров. Мне уже на самом деле надоело немножко. Как-то скучно. Даже... То, что я говорю, да, все равно как-то вкусно. Так, ладно.
Обожаю Сикер Ванни. Прощаюсь с ним. Наверное, у меня есть такой блокнот, в котором уже нету ничего. Отлично. Так, вот стикеры. Даже вот не знаю, что вообще. Вообще даже в голову не приходит мысли, как я это все могу хранить. Как мне это все упорядочить, потому что так лень всем этим заниматься. Хочется, чтобы само все упорядочилось и сделалось так, как я хочу. Просто жиза, когда ничего не хочешь делать. Я вообще не умею доводить дело до конца за один присест. Поэтому я думаю, что сейчас еще немножко порасклеиваю и уже... И уже закончу завтра. Ну да, у меня в принципе ничего нового. Завтра. И так всю жизнь. Кормлю себя завтраками и обещаниями. Ну серьезно, лень мне заниматься. Как-то мне не приносит удовольствия размусоривать стикеры, потому что их так тут много, что просто кошмар. О боже, прозрачные закладки. Даже, ну пусть будут, в принципе. В общем, да, думаю, закончу завтра. В общем, так вот у меня сейчас выглядит этот блокнотик. Такой пухленький, вот это вот получается. Ну, я думаю, пока что обратно положу, чтобы на столе это не совсем занимало. Да, просто замечательно. И вот я также все думаю насчет организации каких-то других вещей. Да, все-таки я склоняюсь к коробочкам из фикс-прайса. Но единственное, что я боюсь, что я не найду эти коробочки из фикс-прайса, потому что что-то я все время захожу и их не вижу. Ну, в общем, да. А на этом было все мое видео. Спасибо, что вы его посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно пишите в комментариях какие-то важные штучки для меня, которыми я смогу воспользоваться, где можно купить коробки, ссылки, фотографии. Где-то можно купить, в общем, все скидывайте мне ВКонтакте, в Инстаграме, можете в комментариях что-то писать. В общем, да, спасибо всем и пока.